58 лет на страже. Бобруйский отдел департамента охраны отпраздновал именины. Решили это все сделать по-домашнему. Чем запомнился праздник? Земля все помнит. В Глузском районе найдены человеческие останки. Давность захоронения составила более 70 лет. Кому принадлежали фрагменты тел? Резвые кораблики. На озере Лесном вовсю соревнуются модели судов. Это мои пятые по счету соревнования. Откуда такой ажиотаж? А также поддержка многодетных, перезапуск отношений и актуальная прививка. В республике доступны вакцины от клещевых инфекций. Сколько человек уже пострадало от укуса паразита? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Закрытых тем нет. В городе прошла молодежная диалоговая площадка. Лейтмотив – общественно-политическая ситуация и военно-политическая обстановка вокруг Беларуси. Формат в ногу со временем, через телемост. Николай Бузин – эксперт в сфере геополитики, нацбезопасности, председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации вместе с руководством города расставил все точки над «и». Такие встречи полезны. Надеюсь, что в перспективе эту форму мы сохраним, а еще лучше, чтобы такие люди приезжали к нам лично, ну, понятно, заняты, нагрузка, но мы будем находить возможность, чтобы они приезжали в наш город, встречались с молодежью, с различными кругами в организациях наших трудовых коллективах для того, чтобы вот это разъяснение шло из первых уст. Очень интересно общаться со столь умным и осведомленным человеком. И я еще раз удостоверилась, что молодежи нужно сохранять национальный колорит и быть компетентным в политике нашего государства, ведь мы будущее нашей страны. Разговор выдался для меня очень поучительным. Я много узнал о ситуации в стране, в мире, в принципе, о политической деятельности. Было очень приятно пообщаться с Николаем Евгеньевичем. Это очень добрый, отзывчивый человек. Он дал мне открытый ответ на мой вопрос. Открытый диалог на протяжении всего разговора. Каждый участник смог задать интересующий вопрос и услышать экспертное мнение. Молодежь интересовалась историей становления белорусского государства и предстоящей электоральной кампанией. Также участники получили подарочную версию Конституции Республики Беларусь. Эхо войны. В Глузском районе обнаружено захоронение 4 человек. Ящик Пандоры открыл местный житель. Первое, что попалось на глаза мужчины – военная каска с черепом. Не раздумывая, он сообщил о своей находке в милицию. При осмотре места происшествия на глубине около 1,5 метра обнаружены человеческие костные останки, а также 2 штык-ножа, 2 складных, патроны, составные части оружия, ручные гранаты, пуговицы, металлические пряжки и другие предметы. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что костные останки происходят от не менее 4 человек мужского пола, биологический возраст которых от 25 до 65 лет. Давность захоронения составила более 70 лет. Экспертами-баллистами проведено исследование патронов, пуль, гильз, затвора и магазинов винтовки, обнаруженных в захоронении. Все объекты значительно коррозированы. Патроны к винтовке Мосина для стрельбы непригодны. Проверка Глузским районным отделом СК продолжается. Костные останки и некоторые из изъятых объектов следователи направили в Управление Государственного комитета судебных экспертиз для проведения медицинского и баллистического исследований. Новое предложение – противостояние паразитам и пернатая перепись. Беларуси намерены пересчитать количество белых аистов, которые гнездятся в стране. Для чего? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Беларусь и Куба перезапускают экономические отношения. Страны заключили ряд договоренностей. В планах создания совместного фармпредприятия, в том числе тракторного и молочного. Заключен контракт на поставку отечественной сельхозтехники. Такие масштабные шаги призваны активизировать сотрудничество и увеличить взаимный товарооборот. Более 138 тысяч многодетных открыли счета по программе «Семейный капитал». Суммы внушительные – 826 миллионов долларов и почти 1,5 миллиарда рублей. Выплаты назначаются при рождении, усыновлении или удочерении третьего либо последующего ребенка. На досрочное распоряжение средствами подано без малого 86 тысяч заявлений. Среди целей – улучшение жилищных условий, получение медицинских услуг, образования, приобретение товаров для инвалидов.
В республике доступны вакцины от клещевых инфекций. Проконсультироваться по вопросам прививок можно в поликлиниках по месту жительства. Число паразитов выросло из-за ранней весны и высокой температуры воздуха. За 5 месяцев за помощью к медикам из-за угрозы присасывания обратились более 6000 человек, из них 2,5 дети. Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров выступила с предложением создать в республике национального оператора такси. Некоторые белорусские водители недовольны положением на рынке, которое занял крупный конкурент. Компании не стремятся признавать себя диспетчерскими службами, лишь агрегаторами. Таким образом, часть дохода до 27% по закону отчисляется организации, остаток – перевозчикам. В Беларуси намерены пересчитать количество белых аистов, которые гнездятся в стране. Последняя перепись проводилась 10 лет назад. Тогда в республике показатель вышел 8% от мировой популяции – 22,5 тысячи пар. По словам специалистов, вести учет необходимо для того, чтобы лучше фиксировать и понимать изменения не только на локальном, но и глобальном уровне. Помочь орнитологам может любой желающий. Для этого нужно заполнить анкету и выслать ее любым удобным способом. Тонким перышком тетрадь. В Бобруйске проходит прием документов в первые классы. В портфеле документов – заявление от родителей, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка о состоянии здоровья. Первыми примут детей, которые живут в микрорайоне, где расположены учреждения образования. Важно! На 1 сентября ребенку должно быть 6 полных лет. Тех, кому исполнится только в текущем году, зачислят по решению педагогического совета. Документы принимают по 15 августа. В этом году в связи с большим количеством построенного нового жилья на улице Народного единства – было принято решение об изменении границ микрорайона учреждения образования. Решили в первый день подать документы, так как у меня здесь учится старший ребенок, средний пойдет тоже в первый класс. Здесь очень хорошая комиссия, принимают очень быстро, качественно дают советы по поводу формы питания, продленного дня. При наличии свободных мест в школы могут принять детей из других районов. Для этого родители во время основного набора подают заявление с просьбой принять ребенка в первый класс. Остальные документы нужно будет предоставить с 16 по 31 августа. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах учреждений образования. На страже общественного порядка сотрудники Бобруйского отдела департамента охраны отметили 58-ю годовщину со дня основания. На празднование именин заглянул Роман Костюков. Почти 6 десятков лет служащие Бобруйского отдела департамента охраны хранят общественный покой и благополучие горожан. Они, как их символ, сова, несут службу зорко, метко и отважно. Денно и ночно находятся на чеку на постах объектов охраны, патрулируют маршруты и незамедлительно реагируют на любое тревожное сообщение. Но сегодня их праздник. Этот праздник мы решили провести как день рождения лично у каждого сотрудника, потому что мы здесь проводим большую часть своего времени и решили это все сделать по Каждый отдел подготовил тематические площадки. Работники департамента всегда на «ты» со спортом. Поэтому в свой день на площадке департамента развернулись соревнования по дартсу, армрестлингу, баскетбольной и футбольной точности. А кто-то и вовсе решил продемонстрировать кулинарные умения. Гвоздь программы – праздничный концерт. На сцене нет профессиональных артистов. Все свои. С искренними эмоциями и оригинальной подачей. А кому какое дело, что на сердце у меня? Работа в отделе становится не просто службой, а частью жизни. Храня общественный порядок бок о бок, сотрудники департамента становятся одной большой семьей. Старшие поддерживают младших, каждый готов прийти на помощь друг другу. Работа в охране для меня самое важное и ценное в моей жизни. Наш коллектив – это самое лучшее, что можно было придумать за этот век. Ценность в работе для меня составляет всю значимость моей жизни. А этот праздник, посвященный департаменту охраны Бобруйского отдела, это что-то на фоне сокровенного. Отметить знаковую дату пришли ветераны и семьи правоохранителей. Не осталось в стороне и руководство областного управления департамента. На сегодняшний день Бобруйский отдел охраны – крепкое подразделение, которое занимает лидирующие позиции в Могилевской области. Поэтому весь его огромный коллектив хотелось бы поздравить, пожелать им счастья, здоровья, успехов, движения только вперед, всего самого наилучшего. За все годы существования отдела сотрудники зарекомендовали себя не только как доблестную и отважную охрану, но и как дружный и слаженный коллектив со своими традициями. Мы же можем помнить, что в любой момент тревоги на выручку придут мужественные служащие подразделения с многолетней историей. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360. По водной глади на озере Лесное прошли соревнования по судомодельному спорту.
В эти дни Бобруйск стал центром притяжения проектировщиков в рамках 22-й республиканской спартакиады, учащихся по техническим видам спорта. В город съехались 43 лучших спортсмена из 6 областей и Минска. Первые соревнования у нас прошли вчера. Это по спринджеру, это футбол на воде. Вот, в парке у вас проходило. Вот, сегодня, значит, первая, вторая попытка с утра были. Модели класса ФСР 2,5 ЭКО и ФСР ЭКО. Это гоночные модели. Вот, после копии были яхты. За право считаться лучшими во всей республике борются бобруйские спортсмены. Ребята уже не первый год демонстрируют навыки проектирования и умение управлять. Я занимаюсь судомодельным спортом с 2016 года. На каждом занятии я открываю для себя что-то новое, полезное. Ну и это интересно. Это мои 5-е по счету соревнования, и на каждых соревнованиях я зарабатываю призовое место. Соревнования начались 11 июня и рассчитаны на 3 дня. Завтра самые приятные моменты – закрытие, подведение итогов, торжественное награждение. Сразу после нас сирена, мой коллега Роман Костюков расскажет страшную правду города. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!